мы в декабре месяце, после всем известных событий, провели реконструкцию линии 26-29 фидер внезапно, очень спонтанно, да, и в короткие сроки. Сейчас мы проводим глобальную реконструкцию, заводим 5 линий электропередачи в Рассвет, Тепличный, Зеленая и Калинина. Это коснется и частных сейчас домовладений, но и частично вновь подключаемых потребителей. Сейчас идет строительство 5 линий электропередач 10 кВ, что обеспечит дополнительно 26 мегаватт мощности. При этом протяженность этих линий 24 километра, 200 метров, если точно быть. И если так в физических величинах, то это 596 опор. Дополнительно кабельные вставки прокола горизонтально направленного бурения 2 через федеральную трассу, одно от подстанции Калининской, мы это с вами видели, второе через кольцо аэропорта, очень сложный прокол, протяженный, но тем не менее он будет очень важен, и там будет проложено две цепи, да, так скажем, две трубы, в одной трубе будет основная линия, во второй будет резерв, который обеспечит также надежное бесперебойное электроснабжение. Когда планируется завершить работу? Планируем завершить работы в сентябре месяце до отопительного сезона. Это стоит план максимум. Тем не менее, по отключениям сразу хочу сказать, что отключение социально значимых объектов не планируется. У нас по линиям, на которые мы сейчас находимся, отключение будет только 2 кратковременных, и мы не коснемся населения в принципе, потому что схема собрана оптимальным образом, и здесь отключение уже не коснется, так скажем, частного населения. Частного населения будет касаться отключения только по 0,4 кВт, это будет в сентябре, в конце августа, начало сентября, о чем мы, естественно, население оповестим в соответствии с законодательством за 12 дней. Там будет проходить реконструкция 0,4 кВт потребительских сетей с заменой вводов на совместный подвес с линией 10 кВт для того, чтобы и облагородить нашу улицу центральную, да, Калинина, и обеспечить надежное снабжение, и соптимизировать место, чтобы у нас все-таки эстетический вид улицы приобрел немножко другой вид. То есть мы все опоры, которые деревянные, мы все, естественно, удалим.